В поселке Некрасово начали устранять крупные коммунальные ЧП. Мы уже рассказывали, как три семьи на три недели остались с пустыми кранами. Водовод дал течь, улицу заливало, но чинить сети никто не спешил. Люди звонили по инстанциям, но получали ответ. Поврежденный участок трубы бесхозный и на балансе ПО водоснабжения и водоотведения не числится. Жильцы в отчаянии обратились в нашу редакцию. В Горводоканале нам сообщили, что водовод действительно никому не принадлежит. Но поскольку ситуация критическая, ремонт будет проведен. Поврежден, ну, колодец здесь полутораметровый, но поврежден тут участок трубы где-то сантиметров 60, мы будем восстанавливать. Менять будем кусок этот трубы, и все. Мастера пообещали, что воду пустят уже сегодня. Если нет повреждений на частных подводящих трубах, то уже к вечеру жильцы смогут сделать уборку и устроить стирку. А до этого они все недоумевали, как водовод мог оказаться бесхозным. Да. Получается, что дом нигде никакого баланса не состоит, но тем не менее приходят квитанции, мы регулярно оплачиваем. Специалисты производственного объединения водоснабжения и водоотведения сообщили, что в ближайшее время водовод по улице Дежнева будет взят на баланс.